Балхаш, вот здесь написано поликлиника. Это улица Казбековой. Раньше Фрунзе была. И здесь вот тротуар такой возникий. Я сейчас тоже пройду по двору. Ну, вообще-то это не двор. Здесь проезд. Машина здесь ездит, да? Машина здесь ездит, поэтому назвать двором это сложно. На доме весна 8. А улицу не видно. Да, это улочка или проезд, который ведет к стадиону Барс, который раньше был строитель. Кто-то либо болгарка, либо циркулярка заработала. Ну, вот такие подоконники из кирпичей, они такие, карнизы такие. Такое очарование у этих домов. Вот растения всякие. Ну, тротуар вот, да, широкий положили. Стадион, вот Барс. И на этом я завершаю этот видеоролик.